Медикаменты и медоборудование на сумму, превышающую прежние размеры городского бюджета, получил и Дербент. Очередная партия помощи Дагестану в борьбе с коронавирусом поступила от сенатора Сулеймана Керимова накануне. Помощь на 1,5 миллиарда рублей. Здесь видеоэндоскопические стойки, аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновские системы, электрокардиографы, УЗИ, аппараты и многое другое. Помощь республике, кстати, как никогда, это подметил и глава Дербента. По его словам, друзья познаются в беде, и помощь сенатора своевременна и неоценима. Сулейман Керимов делал и делает очень много для Дагестана, это мы все знаем. Была с лишним, что нам поставили такого человека, это пример для подражания. И вот сегодня пришла очередная помощь, общая сумма составляет более 1,5 миллиарда рублей. Чтобы вы знали, годовой бюджет Дербента меньше этой суммы до прихода Сулеймана. Поэтому, когда другие тоже достаточно обеспеченные люди сидят дома, закрыли свое богатство, которое это собой несут, но мы знаем, что истинно верующий человек, он боится Всевышнего и всегда старается во всем помочь. Один из таких Сулейман, который может действительно сказать, это настоящий друг всех дагестанцев. В первую очередь помощь направят в Дербентскую центральную городскую больницу. Далее полученное оборудование и медикаменты распределят по больницам, где они больше всего необходимы. Сейчас действительно тяжелое время, как сейчас ответил глава Дербента. И вот это оборудование нам крайне необходимо. Мы очень благодарны, что в настоящее время это оборудование к нас поступает. Говорят, что хорошо ложка к обеду. И в данном случае это, в принципе, напрямую оправдывает. Это уже третья партия помощи от Сулеймана Керимова. И, как отметил мэр города Дербент, ожидается еще одно поступление. На этот раз противочумных костюмов, так необходимых для защиты медиков. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ. Махачкала.